Ромала, я вам бахталы, мира, добра, благополучия вам. Значит, мое обращение идет следующим образом. На протяжении, чавала, на протяжении чон манга пишут очень будь мануша. Начинается твориться беспредел. Недавно была такая ситуация. Рома, лыне портреты манушенгеры, чужоне манушенгеры, савы мануша мене. Выставили в сторисы и подписали там всяко разно такие страмы, такие гадости, что невозможно. Начинают выставлять фотографии чужих людей, начинают пририсовывать около головы, что попало, пишут, на лице, что попало, пишут, вот. Манушана Джиненсо Токерен пытаются, они делают анонимные вот эти страницы, выставляют людей, может там, может какое-то зло они имеют или еще что-то, но так не разбираются. На протяжении вот этого времени, Румалы, манга написали более 100 человек. Васька, мы начинаем вот так и раз. Вы чудо фотографии Амаречи Ориенгеры. Очарья. Головы ихние, а туловище приделают вообще другие. Простенен мочавала, кай нанге гадья, кай со попало, понимаете. Выставляет кадасово фотографии. Вот. Выставляет благородно мануша, савы сы. Лен выставляет, начинает всяко разно страмить. Вот. Чавалы, просто уже наны лава. Мулен доросен. Гананагара си ситуация, когда я, кай мы распондем, кай вы чурды, когда вы портреты. Мануша лачнелы, но дыне лове. Когда брокер или кон, кай лачен перестраница. А вот дыне лове лачне с пхагирде сарын. Чурды пропустили. И правильно карды по пути карды. Сейчас дальше продолжается выставлять. Так, выставляют хайлыскири фотографии. Сары страмы, сары соды, чей, соначей пишут. Прочу, мануша достойна, конусы, вычувен фотография. Ромалы, она проститутка, она вот такая, вот такая. Подчеркиваю, здраву мануша дала, дровниманию налыла. Ромалы, если сдаса усы мануш, саву либо встраненную, либо дойчукли, либо кадасовую, то продавала таскадел по мануша, и мануша решат, и вылыча на саву-то вердикту. На кадекадяк из конта вычувал фотографии страмины манушен. Ечарьер вычувал, епхуре манушен вычувал, и страмины на мулен всякос. Чавал, это просто бородену. Гена нахара тоже. Мануше столько городе, мануше. Дреда я же бывал, чаурен ты надо, хаурома, манга звонили. Васька ракел, гена, чавал, дурту мэндр, дурту мары харендр. Только ракел городя, мамулес. Я вас харе дыхасу чарья до дыхнера, келлось вы чудо уже. Эмуле манушеси вы с ней страминен. То ты мы сочавало, то ебанулись, чтоб там муле ты мы гочебатал шучкерен. Чтоб ты мы такарен понема, я уж то шучкерел, очебату мы гэ. А да касается доленку, нас касается, кон вы чувал, когда муле страминен всяко сразу. Когда вы чувал чужа семьи манушенгеры, достойно семьи, вы чувал. Хуяря страминен просаромиру. Еще я фаракеров, дровнимание румалы. А давай на чей-то был. Обычно си, среди сайта компания, саунтьек дасов, бесчастненько то выкадала бы. А эна одой вы чуде тут, одой джару скады бы. Сок окрымалы, в любой компании всегда найдется та мразь такая. Вот. Нормально мануша на дровниманию налыла. Эна сейчас тоже опять вы чуде. Бахтало, Ром. С Москвы, да, с Москвы, Руслану Крыму. Тоже вы чудо ромовские семьи, всякое с разных сывроты, позароты, страминен, ему лен, и кырнен, и царын. Остановитесь, адасо, дадасо, родители, мы сейчас обращаемся к царе, родители. Подыхаем сонса, тумэнда залол, почау речи, я. Оспросов, потом тумэнда я выл, а кон, когда вас оро крыл. Паламуленда, шеречан, блядский род. Шереджан, подыхаем концо корелы, концо выставляет. Со стыбету мы габаха раду чавалы, им еще я кваракирал. Кон ходя вычувал, да пишет всяко страмы, всяко рисует, нанген вычувал. Дровниманию насчитывал.
Манушельда, чай Илья, чауры. Только долыно мануш может долыл, когда дром внимание. Только долыно мануш. А кон Росела тумен во концовке после даваса тумен мулын вычудай, выстраминды. Из Пхагена тумары кокали и по пути керна. И на я была пол одно, блядь, я вереска. Со слепой бах, радом, а ты как дальше ведет? Чемысов Мурслан, Катар Москвас. И здесь сообщение срочное хочу повестить. Что получается у нас в городе Москве? Какие-то неизвестные ругают нас, брат, нашу всю семью, мертвых живых. Я хочу попросить и обратиться к этим родителям. Люди добрые, пожалуйста, уберите своих детей. Дети делают Божие наказание. Имейте в виду, чавалы, мы аметуман мангас. Мы не хотим беды, брат. Мы никого ругать не собираемся. У нас нет такого, брат, цеплять мертвых. Ни в коем случае. Но есть к вам большая просьба. В срочном порядке. Ленту море чауре. Бо будет у нас очень большая проблема. В каком бы вы городе бы ни находились бы. Мы соберемся отсюда, с Москвы, с России. 300, 400, 500 человек. А на вас тумы ночевало. И будете в неудобном положении. Понимаете, в чем дело? Поэтому... Остановите, пожалуйста, своих детей. Сейчас выставили всю нашу семью. Молодежь всю нашу выставили. Такие, сякие, вот такие. Ругают страшно мертвых, живых. Те такие плохие. Та изменила, та что-то еще сделала. Короче, Божье наказание, Джо. Поэтому, ребята, я вас прошу, пожалуйста, уберите своих детей. Будете вы отвечать за это. Ребята, кто смотрит сейчас в данный момент меня, пожалуйста, хочу обратиться. Распространите этот эфир. Дай Бог вам здоровья. Лачпе зортуманги. Кого это коснулось? Кого это цепануло? Каскушле, Кассо. На выходные, субботу или воскресенье, город Москва. Мы будем собираться. Я позвоню всем и скажем, где мы будем встречаться по этому поводу. Мы будем делать движение. Искать, найдем, по-любому найдем. У нас заряженные хакеры. Сейчас это все, канитель, пошла. Мы заплатили деньги, чтобы нашли этого человека. Если это будет ребенок, значит будет папа, родители отвечать по полной программе. Накажем конкретно, без поворота. Наказание будет капитально, никакие лавы, ничего, делманадо. Будем получать здоровье. Почему оскорбили наших мертвых? Я даже за это не могу даже говорить, когда цепляется человек, мертвые люди. Вот Элманату. Но стариков зачем вы сейчас выставляете, люди добрые? Для чего? Есть у нас в возрасте люди, порядочные, все мы знаем, все знают. Зачем вы берете, пачкаете людей? Дай Бог вам здоровья. Еще раз, пожалуйста, прошу вас забрать своих детей, забрать телефоны, посмотреть, что получается, что происходит. Мы по-любому, Тумен Канаракхас. В любом случае мы вас найдем, по-любому. Дикен Чавалы, пока мы вас не нашли, тормозните своих детей. Сейчас из-за меня выкинули там видео, как будто я отстраненный, там со мной кушать, пить нельзя. Ну хорошо, появитесь хоть кто-нибудь, дайте мне объявление вот так вот, хотя бы в камере. Скажите, что вы сказали, что со мной пить, кушать нельзя. Пожалуйста, доведите, ходим, не просто не надо ехать сюда, а просто лицо свое покажите мне, который меня объявляет, всю мою семью, наших взрослых людей, джубляси пашаменды, джубля возрасте, бабадес, там, пуре манушаси пашаменды, алаен, короче, цепанули, понял что? Алаен, керем, бари безобразие, чавал. Я вас прошу, пожалуйста, тормозните своих детей. Будет беда, я вам слово даю за это. Пока не поздно. Мы зарядили 500 тысяч сейчас хакерам, и не один работает. Сейчас мы вас найдем. Пусть будете вы потом божиться, мы вам верить не будем. У вас будем переезжать конкретно.